Всем привет! Сегодня я снова хотел бы поговорить с вами о проекте Сили. Как мы знаем, каждая версия блокчейна имеет свои недостатки и свои преимущества, хотя многие считают, что не нужно что-либо придумывать, ведь биткоин изобрел блокчейн, который оправдывает себя. С одной стороны, противники правы, так как блокчейн биткоина не раскрыл своих потенциалов до сих пор. Вместе с этим появляется уже вторая и третья версия, которые расширили уже возможности первого блокчейна и превосходят его. А Сили разрабатывает блокчейн четвертой версии. В нем должны взять самое лучшее от предыдущих трех и создать свой уникальный консенсус. Теперь миру представляется масштабная высокотехнологичная промышленная платформа, выполняющая параллельно большой объем операций на высоких скоростях и способна самостоятельно обрабатывать и сохранять большие объемы данных. У Сили очень большой потенциал. Токен есть на CoinMarket. Давайте посмотрим. Вот это график. Токен сейчас стоит 26 центов. И даже при таком рынке он умудряется не терять свою стоимость, а только расти. Давайте посмотрим, на каких биржах он торгуется и какие объемы. Он уже торгуется на HADX, HOTBIT, IDEX, DEDEX. Объемы 2,5 миллиона в эфире и 2,5 миллиона в биткоине. Это на бирже HADX. Как я и сказал, он еще не раскрыл свой потенциал. Ведь в 2019 году уже планируется предоставить публике первые рабочие инструменты для управления блокчейном 4.0. И как раз тогда цена его и должна пойти вверх. Также я хотел бы обратить ваше внимание, что сейчас у компании идет баунти-программа, где они раздают 5 миллионов токенов Сили. Ссылочку я оставлю в описании, вы можете более подробно почитать. Также тут различные задания, как в Твиттере, так и в медиа, написании блогов и так далее. Я оставлю ссылочку, вы ознакомитесь. Давайте посмотрим на Твиттер. Сейчас у них уже 13,5 тысяч подписчиков. И только посмотрите по хэштегу. Сили, сколько людей вообще пиарит эту компанию. Как я и сказал, у них просто отличный маркетинг. И даже при таком красном рынке их токен не падает, а даже растет в цене. У них уже 13,5 тысяч подписчиков. Очень активно ведут свой Твиттер. Также еще хотелось бы сказать. Сейчас у вас есть возможность, пока цена токена не такая большая, и вы можете еще инвестировать.
в силе. И в 2019 году, когда потенциал этой компании полностью раскроется, вы сможете увидеть первые плоды. Я думаю, вы не пожалеете. В описании к видео, как всегда, я оставлю ссылочки на их сайт, также на их баунти программу и Twitter, где вы можете почитать новости, узнать более подробно об этой компании. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!